попалась вот такая интересная монетка, это 2 евро. Такой как бы человечек раскинул руки, стоит. И у него на груди маленький-маленький крест. Он и сам смотрится немножко как крест. И вот еще маленький крестик на груди. И как бы мне вот показалось, что под тему нашего дня, вот сегодня у нас 7 января 2013 года, вот как бы он под тему дня подходит, то, что сегодня Рождество, Рождество Христово. Ну, теперь уже стало точно, доподлинно известно, что Христос — это не миф, что это на самом деле был такой человек. Не зря вот он как бы так скажем, в православной вере он, Иисус Христос, а в мусульманской вере это был пророк Иса. Вот такой вот, такой человек, который присутствует одновременно в двух религиях. Ну что ж, вот давайте посмотрим, чего народный календарь, приметы и фольклор Руси про этот день имеют сказать, так скажем. Начало святых вечеров, святок, с 7 по 14 января, святые вечера, с 14 по 19 страшные вечера. В старину считалось, что нехорошо, если первый на Рождество войдет в хату из чужих женщин, и весь год будет хворать бабу в той хате. И правильно, нечем мотаться, пироги надо делать. Во время обеда на Рождество нельзя пить алкоголь. Будешь часто пить на сенокосе. Так, мужиков касается. В день Рождества хозяину не годится со двора идти. Овцы заблудятся. С Рождества до крещения грех охотится в лесу. С охотником может несчастье случиться. Гнутой работы не делали. Обручей, полозьев и прочего. А иначе боялись, что приплода скота не будет. Ради большого приплода ягнят сажали на шубу первого гостя, пришедшего славить в день Рождества Христова. 5 раз в году солнце играет. На Рождество, Богоявление, Благовещение, Светлое Воскресение и Анново рождение. Теплое Рождество, холодная осень. Снег в Рождество, к урожайному году. На Рождество день теплый, хлеб будет темный и густой. На Рождество метель, пчелы будут троиться хорошо. На Рождество иней урожай на хлеб. Небо звездисто, урожай на горох. Хороший санный путь, урожай на гречку. Частые куржаки на деревьях, узоры на окнах, похожие на ржаные колосья, вниз за витками, а не торчмя, к урожаю. Снег бьется до крыши, а рожь будет выше. Какая погода после Рождества, такая будет и после Петрова дня, 12 июля. Темные святки, молочные коровы. Светлые, значит, будут носки и плодовитые куры будут. Коли на Рождество оттепель, весна будет ранняя и теплая. Если Рождество на новом месяце, то будет год неурожайный. В Рождество нельзя шить, иначе в семье кто-нибудь ослепнет. В день Рождества девушкам нельзя гадать. На Рождество надевают новую рубаху, чистую, но не новую. Вот нельзя. А то жди не урожая. Новую нельзя. Так, ну вот у нас такие вот приметки были. Так, давайте-ка на монетку еще и с этой стороны посмотрим. Что это не шутка, а именно 2 евро острова Крит. На Крите такая монетка интересная выпущена была. Так, ну что ж, времени немножко есть. И можно как бы... анекдот, что ли, про Рождество немножко подрассказать. Жена мужу говорит: дорогой, я хочу на Рождество шубу. Хозяюшка ты моя, сейчас же пойду куплю свеклу и селедку. Сделаешь себе шубу. Сельдь под шубой. На прошлое Рождество гадала. Капала воск от свечи в воду. Получившаяся фигура очень напоминала мужской член. Обрадовалась, думала, мужика себе найду хорошего. Нет, просто год был хреновый. Несколько законов Рождества. Подарки делятся на 2 категории. Те, которые вам не нравятся, и те, которых вы не получили. Рождество — это то время, когда половина подарков не доходит по почте, а остальные, да, лучше бы вообще не дошли.
Рождество было праздником мира и добра, пока все кто-то не придумал дарить подарки. Приготовление, поздравление, объедение, несварение. Подарки следует покупать в последнюю минуту, чтобы избежать давки среди людей, решивших купить подарки заранее, чтобы избежать давки. Двое, значит, разговаривают. Ну, как Рождество-то отметил? Да как, с утра смотрю, под елки носки валяются, а в них пусто. Только зря руки испачкал. Мужик, значит, решил сделать сюрприз жене на Рождество. Оделся Дедом Морозом, пришел, жена открыла дверь. Ну иди же ко мне, моя милая, восклицает он прямо с порога. Обнимает, целует, укладывает ее в постель, начинает раздевать, скидывает свою одежду, бороду. Жена: о боже, так это ты! Приближаются новогодние праздники, мужик, находящийся в командировке, решил отправить жене подарок. Она получает посылку, открывает, а в ней колготки. На одной, значит, ноге написано «С Новым годом», а на другой «С Рождеством». Тогда жена отправляет мужу телеграмму следующее содержание: «Спасибо за подарок. Надеюсь, ты придешь повидать меня между двумя праздниками». Ну и последние, значит, русские народные праздники: католическое Рождество, Новый год, православное Рождество, старый Новый год, Новый год по восточному календарю и так далее, подобные. Ну что ж, пожалуй, на сегодня все. Всех с праздником. До свидания.